Ребятки, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, у нас, как обычно, много всего интересного, мы, конечно же, создадим Индоминус, но для начала сделаем короткую ревизию. Кто следил за вкладкой сообщества, видели, что я подготовил уже трех гибридов своих стегоцератопса и неозуха, и надопатозавра, в общем, так прокачки, даже насобираю клеток велоцираптора, ребятки, так что у нас сегодня будет активная серика. Так что усаживайтесь поудобнее. Да, индоминуса мы уже можем создать, как вы видите. Итак, давайте зайдем в Эйниазуха нашего. Конечно, это, блин, жесть. Смотрите, там было прикол. Короче, здесь мы берем 50 клеток Эйниазавра, 50 клеток Нондазуха, да, и мы создаем, как бы, вроде как, ну, немного. Это обычные динозавры по 50 клеток, но 1000 нужно насобирать. А здесь мы берем редкого трисератопса, 50 клеток, и обычного стегозавра, ну, тут 200 клеток. Стегозавров 4 раза больше, но в целом создать нужно всего лишь 300 клеток. Короче, вот такие вот разные здесь разбежности есть. Так что давайте сейчас дополним наши гены. 10 косарей, мать его, так, выбачайте. Нет, не хочу я тратить 10 косарей. Давайте посмотрим, что у нас дальше будет. Здесь у нас сколько? Так, еще разочек нужно. Так, тоже 10 косарей, то есть, в принципе, одинаково. Да, на 16 левел 10 косарей надо. Не, пока мы создавать не будем, надо сначала создать индоминус, а там будет видно. Но вот оно до патозавра должно быть сколько? 6 либо 8 тысяч, по идее. Он у нас всего лишь на 15 претендует. Ну вот, не нравится мне надо патозавр, но нифига, он не тащит, как бы. Он против рапторов неплох, но в целом против других стегоцератопса и неазуха вот что-то как-то вообще, ну, не прет он. Не прет. Так, что у меня тут еще такого интересного есть? Попрокачивал я на 10 левел некоторых, но нужно еще прокачивать, ребятки. У нас уже, видите, 9 1/4 уровень. Нужно прокачивать, это позволяет нам быстрее ловить динозавров, больше за один раз. Так, это у нас торбозаврище. И, естественно, больше можем денежек в день собирать. Это тоже, как бы, ну, такой небольшой бонус. Так, аллозавриков тоже бегал, кстати, по Москве, ребята, ходил, собирал там много маюнгозавров и аллозавров. Да, вот мне тоже для маюндазуха. Блин, ну вот репение появилось, ребята. Появилось репение. Надо что-то с этим будет делать, наверное. Хотя вот здесь его как бы нет, в других программах нет, а вот заходим в динозавра и слышали репение, да? То есть я уже, кстати, озвучку делаю после видео, потому что у меня, походу, то ли заглючило по какой-то причине, первых пару минут не было моего голоса. Короче, с микрофона был какой-то глюк. Так что эти моменты я уже озвучу поверх. Ну, главное, что вторая половина видео. Ну да, всего лишь 6 минут у меня без звука было, так что ничего страшного, сейчас еще озвучу. Вот пастозуху, кстати, поймал, мне он тоже на 10 левел качнул. Так, что мне, да, еще есть иритатор, а как он там? И забыл, короче, кто. В общем-то, еще по поводу монет, что за где-то примерно за 50 долларов можно купить 500 000 монет в этой игре. То есть, ну, это, кстати, не так уж плохо. Если бы это видео просматривали, 1050 смотрели, как у Сашки Музлова, например, да, там 50 тысяч просмотров на видео по Jurassic World Evolution, то я бы задонатил 50 баксов. Это было бы не тяжело, скажем так. Так, у нас еще готов бесплатный подарочек, уровень 9. Давайте его откроем. Ну, инкубаторчик. 2 бакса. Вау! Я, кстати, трачу немножко, понемножку баксов. У меня было 600 баксов, по-моему, я трачу их на открытие инкубатора после сражения. В последнее время сражаюсь довольно много. Вот. Есть инкубаторы 8-часовые. Так, что тут? Редкий, эпиков. Что? Тирекса, 13 клеток. Ну, конечно, это вообще ни о чем. Давайте это дело тоже... тоже можно ускорить. 8 часов и 12 часов. У меня уже есть инкубатор, ребята. Есть 12-часовой. Это круто. Так, ну и время создать индоминуса. Кстати, это бесплатно. Это меня радует, что первое создание бесплатное. Мы получаем его сразу 16 левела, не 15. Реально 10 штук сэкономили на этом деле. 2300 на 799. Скорость, конечно, фигня. Ну и тут сколько будет? Кстати, давайте создадим, по крайней мере, гены, а там посмотрим. Если он запросит тех же 10 тысяч, наверное. Ну,
Посмотрим, качнем, не качнем. Ну, Т-рекса нас хватит, 1200 клеточек. Ну, по факту, Индоминус должен заменить тиранозавра. Вот не знаю, имеет ли смысл держать... Ну, наверное, нету смысла держать одновременно и Т-рекса, и Индоминуса. Потому что, ну, и клеток тиранозавра эпического найти будет сложно. Но тут проблема даже больше с велосираптором. Потому что их ловить можно только, блин, по ночам. Ну, точнее, после 9, ну, даже с 10 их много часов. После 10 часов вечера. А в это время я уже не за компьютером. И для меня это проблема. Их, конечно, много на улице, но... 15 косарей, не 10, а 15. На 5 штук больше. Я, конечно, могу себе это позволить сейчас. Нам нужен он, конечно, даже 20 левела, но это, конечно, жесть, ребятки, жесть. А раптора, к сожалению, уже качнуть не могу. Ну, десятка, да, на 16 левел десятка. А на 17, а, ну, тоже было на 17, 15 левел, 15, а потом 20, 30, вот так вот оно сильно растет, короче. Там на 20 уровень, наверное, по-моему, 60... Так, в общем-то, ладно. Хорошо, что я заметил, мне еще, оказывается, по какому-то фигу звук не писался с микрофона, так что хорошо, хоть переозвучивать придется не всю серию, а только вступление. Итак, в общем-то, такая вот и у нас есть команда. У кого качнем? Наверное, от Раптора качнем, раз я тут насобирал его. Шустриков нужно, конечно, в команде побольше. Даже можем качнуть еще раз, тогда давайте качнем. А вместо Индоминуса сейчас мы подумаем, вместо кого мы его, кого здесь оставим. Так, ну нам его в любом случае на 15 уровень качать, так что будем его качать. И кого же мы сейчас заменим? Честно говоря, мне не нравится, надо патозавр. Вот реально он как бы как танк, вот мне не нравится. Давайте заменим его на Индоминуса. Ну и вот такой вот компашкой пойдем посражаемся. Не туда, вот сюда. Так, так, так. Ну, здесь у нас еще есть немножко времени. Так, топи, топи. Подождите, топи. А когда это? У меня разве 3000 очков уже есть? Седьмая арена. О, ребята, мы заодно и здесь находимся. Я что-то не помню. Это, наверное, последний бой был, да, мой, что я сюда перешел. Так, я иногда здесь могу открываться и Т-рексом. Он, кстати, отлично иногда заходит. Если мы переживем следующую атаку, то мы его легко-легко сожрем. Да, мы пережили. Кстати, он 14 левела, примерно нашего уровня противник. Так, Амаргазавр. Он быстрее нас. Это, ну, да. Он свое, в общем-то, он свое отработал. Так, теперь, как бы вы с ним сражаться? Раптор-то его не сможет победить. Давайте все-таки начнем с Инеазуха. Он очень сильно дымажит. 1800 со второго удара. Так. Блин, ну 13-й больно бьется. Да, это позволило ему походить дважды. Печалечка, конечно. Но мы его пробьем. 1844, это круто. Так, Пости Митродончик. Ну, он походит первым, но я его... У него брони же нет, брони нет. Блин, а... Не знаю, смогу ли я его пробить. Давайте сделаем вот так. Мы пошустрее, один удар он выдержит, у него есть броня, плюс два косаря жизни. Кстати, мне нравится Стигемолов. Он прикольный. Так. Он даже сейчас повеселее, чем Раптор. Так, надеюсь, выживи. Да. Да, да, да. Ну, а теперь у него, кстати, есть такой вот классный удар. Он, во-первых, даже ходит первым. Даже не пришлось мне на Раптора переключать. Хотя, ладно, придется.
Придется переключаться. Так, я могу сейчас ударить и подмениться, но тогда удар будет по раптору. Блин. А раптор не выдержит один удар. Блин, ну так все хорошо шло. Давай, я в тебя верю. Давай, давай. Фу. Не зря я его прокачал, а то у него был удар послабее. 1700 это хватило. А то могло получиться не по феншую. Так, в общем-то, ребятки, у меня, кстати, следующий инкубатор, смотрите, это у нас 12-часовой инкубатор. Через следующих 5 циклов, вот, которые мы только что начали, это, мол, второй бой, по-моему. То есть было 3 часа, или первый даже, нет, 3 часа 15 минут, и, наверное, сейчас будут 3-3 часа. Вот так, следующий будет, наверное, 3 часа инкубатор, потом будет 8-часовый инкубатор, и еще таких 4 цикла, у нас будет 24-часовой инкубатор. Так, а сейчас мы, ребятки, ускорим 8-часовой инкубатор, но не 6-й арены, а это был именно 7-й арены. Вот где-то здесь это написано, подождите, это арена... Большой инкубатор, арена 6. А, значит, может, я уже открыл тогда. Открыл уже с этой арены. Нам дают здесь довольно неплохих 800 с копеечками монет. Так, посмотрим, что у нас тут по клеточкам. Эпический анкела. Ну, 13 клеток, это, конечно, вообще ни о чем. Ну, вообще ни о чем. Ладно, давайте. Мы же Индоминуса вообще-то здесь ждем. Так, два боя нужно с Индоминусом провести, неважно. То есть один в плюс, один в минус, но Индоминус нам нужен. Ну ты, блин, прикалываешься. Ждать 2 минуты. О, аллилуйя. Ну, давай, Индоминус, Индоминус. Да. Так, ну там говорят, что он типа он говно, но на самом деле не согласен. Он лучше Тирекса. И вот этот у него есть шанс, конечно. Он 50-процентный, по-моему. Да, но вот, но он нормально работает. А мы его при желании сможем пробить за один раз. Там больше 3. Ну, Тирекс так не сможет. Только с критом. Сквозь щит. Какая скорость, кстати? Я так не посмотрел что-то. Так, 1170. Так, дело пахнет керосином. То есть мы сейчас проиграем. Ну, то есть, как бы, потеряем нашего. Давайте хоть на удар его посмотрим. Одинарный урон. Вот это сколько дает? Двойной урон с пробивкой щитой. Ну, это понятно. Тысячу, мой 1800 с копейками бьет. Так, давайте. Велосираптор. Не пробивает. Ну, двойной удар. Ну, даже он может подмениться, потому все, конечно, в большинстве случаев лучше наносить именно двойной удар. Ну, максимально сильный. Сквозь броню 1400. Так, надо сегодня еще поймать пару рапторов и качнуть. Так, мы шустрее. Этот гаденыш нас, наверное, не пробьет за один удар. Это было вот это. Одинарный удар. Минус 50 к урону на 2 хода. То есть я его сейчас не пробью. Ну, он нас пробил, но это не беда. Смотрите, ничего себе, на новой арене мы 2 боя подряд, ребята, побеждаем. Но Стигимелох хорош, мне нравится. Он реально крутой. У него удары четкие. Четкие, и броня есть, да? А, нет брони. Почему-то я думал, что у него броня есть. На тебя, на Одессу. Так. Ну, мы его легко сейчас добьем. То есть у нас есть удар опережающий, и потом есть удар с подменой. Как бы, вот и все. Подмениться он не может. Или может, подожди, когда он парализован, что я не помню этого момента. Вот и все. И кто у нас победитель? Прикольно, еще подменяется новый динозавр, типа он победил. Типа Эниазух тут затащил. Да нет, вроде как. Он даже ни одного удара не нанес. А у нас тут Deadly Kitten был. Kitten, Kitten. Типа котенок. Ну, Китти котенок. 15-минутный. А, 3 часа. То есть 12 часов, 3 часа, 15 минут. Сейчас будет еще раз 3-3. 3-3. Давайте вот это. Вот это барахло. А можно 3 доллара заплатить? Ладно, открою вот это. Ну, не хочу просто заставлять вас рекламу смотреть.
О, нам немножко раптора присыпало. Но мне на самом деле спинозавр нужен. Погнали. Неужто ли мы сможем закрепиться на этой арене, потому что меня как вышибло, ведь я дошел до таких же баллов, 3080 было, а потом меня минус 300 баллов слился. Была какая-то черная полоса, что ли. Так, ну давайте начнем со Стигича. Нифига себе, ну кританул, конечно. О, это, по-моему, не тот же ли противник? Он у нас урон, да, занизил нам или что? Да, у нас сниженный урон был. Мы его так по-мелкому пробивали. Блин, ну придется бить сильный удар. Он хотя бы одно колечко вот это, типа, парализующее. Я сейчас думал, что это одинарный удар. Посмотрел, нет, все-таки полтора. Потому со второго удара он валит жутко больно. Ну, как и Эйниазух. Так, первый удар мы выдержим, а второй нет. Ну, разве что мы его парализуем. Увы, 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 увы. Он обычный удар применил. Ха-ха. У меня есть против него противоядие. Сейчас, конечно, нам прилетит сильный удар. О, ну хорошо, хоть не парализовал. Давай, Рекс! Ну вообще, в притирочку. Там 100 баллов каких-то. У него 15 левел. Делаем вот так. Этот парнишка выдержит. Ха-ха! Не ожидал. Хана тебе. А может и нам. Блин, пробил таки. Гад. Ну, сейчас кому как повезет. Блин, ну крит, ёбин-бобин. Если бы у него не было крита, я бы победил. Ну, еще если бы мне повезло проатаковать. Ладно. Нам главное, нам еще один бой с Индоминусом. Нам нужен еще бой с Индоминусом. Или мы просто вылетим с этой арены. Хе-хе-хе. Индоминус, Индоминус. Давайте, нам нужен Индоминус. Дам, 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 дам. Давайте начнем с Тирекса. Двойной удар мы выдержим. Больно, блин, 16 левел. Он круче нашего. Плохо сейчас что? Нужно подменяться. Потому что кто-то должен сейчас принять на себя двойной удар. Блин, двойной и одинарный получается. Блин, ну тут нужен динозавр быстрее. Иначе эта подмена, да, оказалась бессмысленной. Ну, по крайней мере, сейчас уже наш динозавр будет атаковать. Так, ну я специально не хотел Домиса первым, чтобы мы хоть с какой-то другой стороны на него посмотрели. Ну давай. Мы выдержим это тут. Блин, ну крит, ну что ты будешь делать? Ёперсете. Ну, можно было, понятно, сделать невидимость, но я хотел не так. Ну, он не должен ходить. Ладно, мы... Блин, ничего себе. А-а-а, фигушки тебе. Но это нас не спасет уже. Это нас не спасет. О, я такого вообще не видел. Чё это такое? Анкитрозавр. Что ты такое? Да этот нас, понятно, сейчас вынесет. Ничего себе такой какой-то он странный. Ладно. Так, последняя попытка проиграть на этой арене, иначе нас вышибут.
Ну, хочется просто на индоминуса посмотреть с разных сторон, не делать все по шаблону, первый удар, невидимости, все дела. Маюн Дазух. Блин, ну крепкие ребята, блин, придется по стандарту играть. Очищение. Ну, у него брони хоть и нет. А с какого-то перепуга он атаковал первым. Вот так тебе, иди спать. Какая скорость? Я так и не посмотрел. 106, да, скорость печальная. Ну, противник помощнее, скорее всего, нас пробьет. Нет. Но он невосприимчив, конечно, но сейчас точно пробьет. Ну, подменяться смысла нет. Ну, Индоминус, короче, первого выносит. Три косаря у сила удара. Ай-яй-яй-яй. Не, не надо нам такого. Нам обычный удар. Сквозь броню, но не больно, я бы так сказал. Полтора урона. Одинарный урон. Ладно, до свидания. Мы еще один удар, думаю, от противника выдержим, если это не будет какой-то Тирекс или Индоминус. Кстати, мне очень... А Индоминус попадался вообще всего один раз. Девятнадцатый левел, та Николай Греус. Замедление. Еще бы нанести один удар с полтора коэффициентом, и было бы шикарно. Ну, вообще, да, даже не буду тот удар. Блин, надо было тот удар использовать. Опять же, да. Я бы его сейчас мог... я его парализовал, блин, а что ты творишь, Стегоцератопс? Это просто имба. Третьего выносит, ну почти. Почти. Ай, снова паралич. Ну, еще можно паралич. Бывает и на нашей улице, ребята, праздник. Паралич за параличом. А то обычно противник так делает. Ну вот, теперь и мы так сделали. Ну что, на этой торжественной нотке, ребятка, можно серику и прекратить. Так, всем, кому понравилось, не обязательно поставить лайк, чтобы видосиков было больше по этой игре. Ну и чтобы монетки мне с неба падали. На этом все. Всем пока.